О ситуации на дорогах нашего города расскажет инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения полка ДПС ГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области Светлана Христолюбова. За две недели марта, с 12 по 25 число, на дорогах города Бирска зарегистрировано 32 факта дорожно-транспортных происшествий, в которых травмированных людей нет. Столкновения, различные механические повреждения получили 65 транспортных единиц. В четырех случаях водители транспортных средств, причастных к столкновениям, скрылись с места происшествия. В настоящее время ведутся разыскные мероприятия по установке лиц и автотранспортных средств, причастных к данным происшествиям. 15 марта около 9 часов вечера на улице Свердлова водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода, женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода.